Всем привет! А баба Вера опять с вами. И сегодня я хочу выполнить просьбу Анастасии Баландюк. Песни «Флакси», «Халява». Ну и как вы думаете, кто ее сделал? Тут участвовала капуста. Я уже с ним давно. Мы вместе работаем. Он создает клипы, а я на них делаю реакции. Совместный труд облагораживает. Так что вы ж не забывайте. Раз облагораживает, вы тоже сюда входите. А вы смотрите все это. Значит, заходим на Дзен Яндекс, подписываемся на новый бабушкин канал. И можно и там посмотреть, можно и тут посмотреть. И тут. Лайкайте, заходите, смотрите, не забывайте. Я жду, как всегда. Так что песни «Флакси», «Халява». Язык заплетается. Выходит у нас с вами ноги хаги. Мы с вами будем хаги-ваги. Мне нужен обычный белый гриб. Если тут рядом где-то тростник. Время уже позднее, а лягу-ка я спать. С одним ЦП очень сложно выживать. Так-так, опа, знаешь, что скажу? Я хочу жрать. О, халява. Одна штучка есть, кайф, и это просто жесть. Где-то здесь неподалеку грибы. Мне надо поесть, мне нужны верста и огненный снаряд. Я вижу мир на моба. Сожру тут все, взять и наесть сом. Чё-то их там много. О, халява. Одна штучка есть, и это просто жесть. Где-то здесь неподалеку грибы. Мне надо поесть, мне нужны верста и огненный снаряд. Я вижу мир на моба. Сожру тут все, взять и наесть сом. Чё-то их там много. Прекрасная погода. Правда, еда мне вообще не нужна. Птичку я заберу, красота, грибы найду. Давайте-ка мы изучим местные дома. Светящиеся ягоды, так, какая-то шут. У меня тут только одно сердце. Да, сердечку мне одну. Крафчу, значит, верстачок. Ёшкин ты кот. У нас, кстати, есть некоторые проблемы. Буханка хлеба, имбовая тема. Так-так, о, по красоте. Самое главное, ребята, что с одним хп очень сложно выживать. Знаешь, что скажу? Я хочу жрать. О, халява. Одна штучка есть, кайф, и это просто жесть. Где-то здесь неподалеку грибы. Мне надо поесть, мне нужен верста и огненный снаряд. Я вижу мир на моба, сожру тут все. Взять и наесть кусок, чё-то их там много. О, халява. Одна штучка есть, кайф, и это просто жесть. Где-то здесь неподалеку грибы. Мне надо поесть, мне нужен верста и огненный снаряд. Я вижу мир на моба, сожру тут все. Взять и наесть кусок, чё-то их там много. О, халява. Одна штучка есть, кайф, и это просто жесть. Где-то здесь неподалеку грибы. Мне надо поесть, мне нужны верста и огненный снаряд. Я вижу мир на моба, сожру тут все. Взять и наесть кусок, чё-то их там много. Давно ждала клип про фласочку, фласка, фласки. Про фласочку, наверное, правильно так. Или не ждала. Короче, не знаю. А тут бац, и капуста сделал. Молодец. Очень круто. И, как всегда, вовремя. Вот бабушке хочется посмотреть, он раз и сделал. На что мне реакции делать? Вот так. А тут капуста, мы работаем с ним. Молодец. Трудится и трудится он. И я рядом, у меня работа есть. Я тоже тружусь. О, заняты все делом. Красота. И вам есть что посмотреть. Так что молодчага. И о, халява. А халяву мы любим. И это, знаете, где видно? Когда я заходила в АТБ и смотрю ценники, ценники. О, халява. Так что товар по акции всегда смотришь в первую очередь. Говорят, да тебя там обдурили. Да какая разница? Ну, наслаждение в душе, что ты взял немножко дешевле. Так бы не взял. А тут халява. Хоп, набрал. Так что молодча. Восхищаюсь. Молодец, молодец. Хороший труд. И он и упорство такое, и он молодец, старание, видите, ну все, все тут присутствует. И можешь меня похвалить, я тоже такая же. Так что всем успеха и процветания. Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.